Здравствуйте, меня зовут Кажанова Шарван Жаксхановна. Я город Усть-Каменогорск. Я являюсь учредителем дошкольного учреждения «Асыл-Алтын-Бесик». До этого времени я работала в ТОО «Продажа продуктов питания». После посещения тренинга Саидмурада Раджабовича Давлатова изменила свои взгляды на жизнь и отношения. Посещала все тренинги Давлатова. В 2015 году я открыла детский сад на 400 мест. В данный момент работает 70 работников, 14 групп, 6 русских, 8 казахских групп. Обучаем на 3 языках. В данный момент детский сад работает на полные 400 детей. У нас в планах открыть сеть садиков и в дальнейшем развиваться. Всем советуем посещать тренинги, обучаться и развиваться. Всем желаем удачи, успехов в дальнейшем.